Что касается кризиса в Египте, я не думаю, что сейчас, вот сию, так сказать, минуту, кризис может серьезно затронуть, ну, честно говоря, египетские курорты. Я, конечно, понимаю, что своим этим заявлением, хоть я и не лидер национальный, да, я могу сподвигнуть очередные толпы поскакать уже на египетское солнце. Почему я думаю, что серьезных каких-то волнений именно там, на курортах, не будет? Конечно, Египет изможден. Он, конечно, ужасно устал, судя по, и по кадрам, которые мы видим, да, и по отзывам, и потому что так или иначе доносятся оттуда буквально крики о помощи. Да, измождено местное население, измождены, собственно, обескровлена туристическая отрасль. Мне кажется, что те люди, которые связаны в Египте с бизнесом, касающимся содержания отелей, да, курортов и так далее, они, как сказать, мне кажется, они будут серьезно пытаться контролировать эту ситуацию. К тому же это одна из немногочисленных статей дохода, которая пока еще осталась в Египте. Я надеюсь, что египетская общественность, если можно так сказать, может быть, даже бизнес, да, защитит эту вотчину. Хотя, честно говоря, я в Египте не была никогда и не собираюсь.